Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. И сейчас мы незваный гость будем делать. Как правильно делать? Ну, хотя, как правильно сказать. Так, что у меня имеется? Осколочная граната. Ну, давайте. Незваный гость. Тук-тук. Что это? Погоди, увидишь. Сказал же, захвачу друзей. Твою-то мать. Я думал, ты про взрывчатку. Тогда бы я сказал подружек, но ее я взял. Мне нужно вот что. Надеюсь, ты как-нибудь используешь этих ребят в разборке. Мне надо типа подобрать хвосты, а ты вроде как мне должен. Ничего я не должен. Так, давай уже сюда взрывчатку. Ага. Эти два психа повисли на мне после работы в Габоне. Как они пыхтели, пытаясь меня убрать. Я, короче, такой на маслкаре. Зверь-машина, а-ля 70-е, знаешь. Когда ДТП называли аварией. Идем. И прикинь, двое этих умников зачем-то решили протаранить меня на своей паршивой экологичной машинке. Ну, она такая... И влетела прямо в фуру, держи. Класс. Здорово, целый чемодан взрывчатки. Вот что я тебе припас. Такая бомба-липучка. Зырь. Липнет. Круто? Хм. И вот эти идиоты сидят там, ссутся от страха. Машина в хлам, а я и злой на них, и ржать тянет. В итоге я всадил по паре пуль в эти лоснящиеся рожи. Такой вот расклад. Ты разберись, лады? Но нет. Вот что нужно. Здорово. Точно. Скажем так, это пробный шар. Ну что, потренируемся? Джорди. Супер. Круто. Не нужен мне пробный шар. Конечно, нужен. Сейчас все устроим. Джорди. Блин. Бум-бара-бумба. Пипец фургону. Так, уничтожить. Так, надо отойти только подальше. Так, самодельная взрывчатка с дистанционным... Где? Взрывателем. Ага, блин, надо сначала взрывчатку туда. Что-то я не понял, почему я взорвать я не могу? Могу же. Взрывчатку сначала, понятно, так. Это что у нас? А, это Blackout. А это тогда что у меня? Да ёж твою мать. Генератор помех. Так. Сканер, таблетки, бесконтактные, СВО. Ну давай. И, опа, все. Дай-ка я на машинку сяду. Отъедем подальше. Вот сюда. Тут я что-то и видел, да? Что-то есть. Это максимум, не ладно. И... На! Неплохо. Доберитесь до завода Сиена. Хорошо. Хорошо, что я вот забрал, блин, взрывчатку одну потратил. Ну, пришлось, миссия такая. Такая вот миссия. Так. Блин, а тут не получилось. О, смотрите, как... Люди рака приедут сюда.
человек узнает, бедбак поднимется. И тогда он мой. Заброшен. Надеюсь, камера еще работает. Так. Так, что там мы? Прекрасно. Их не волнует, что стали с нами. Пирс, ты не взорвался? Пока нет. Мне надо выяснить, где у них будет сходка, чтобы можно было устроить сюрприз. Ловушки круть. Так. Здорово. Так, надо успеть. Следы шин. Кто-то тут часто паркуется. Первый есть. Еще следы. Судя по всему, покупатели. Давай-ка вот сюда залезем. Тут, вот, вот сюда, выше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а я не понял, а что я... Ну ладно. Время есть. Время есть. Так, надо... Какое время-то есть? Ну давай. Все с улицы. Так, установите бомбы, замаскируйте их и найдите удобную позицию. Да, это самая наиудобнейшая позиция, которая есть. Так. Первая бомба есть. Вторая бомба есть тут. Давай. Я вас так хочу перестрелять. Так, ну все. Ждем. Что, всех устранил? А, нет, там кто-то есть. Ну, мы здесь. Черт, помогай. Там осталось-то, блин, полтора землекопа. Так, бомбу взять. Ну, еще чуваки. Чувак, нас тут натягивают. Нужна подмога, срочно. С чего бы это? Ты же даже не видел меня. А. Я прикрою. Погнали, детка. Прикрывальщик. Еще прикрывальщики есть? Давайте, тут вот еще один стоит. Хотя, что заблокировать-то?
Я тебя только потратил, блин. Бесполезное ты существо. Еще. Берегусь. Или ты не мне? Что, с другой стороны, да, еще есть? Вон он. Да. Ой, это случайность. Ты была просто ошибка. Все. Всех убил. Один остался. Это было легко и просто. А, подождите, подождите, мне надо взять взрывчатку, если она там есть. Взломать. Так, вот здесь где-то я что-то видел. Все, что-то взял. А, боеприпасы к винтовке. Так, вроде я и не пользовался. Предохранитель. Алло? А твои друзья чутка заняты. Сдохли. Чуть-чуть? Сдохли, говорю. Эй, есть кто живой? Слышите? Ой-ой-ой. Блин, уходит. Настучит Ираку. Тогда бедбагу конец. Так. Хреново. Выехал. Так, теперь его примочками только останавливать нахрен. Так. Да уйди ты. Ой-ой-ой. Давай, где ты? Все. Успел свалить. А где битбак-то? Вот идиот, господи. Вот он, битбак. Так, где он? На него же смотрю. Где эта тварь? Вот. Так, а как мне туда пробраться-то по-быстрому-то? Ну вот, монорельсы есть, конечно. Ну ладно, кого тут осталось-то немножко и напрямки потом. Доберитесь. Доберемся. Так, мне не надо мотоцикл, я хочу машину. Потому что если случится чего, так мне хотя бы... Какая разница-то? Отсюда, потуда. Главное же перебраться. Правильно? Научись водить. И вообще как-то я поехал не так. Хотел как лучше, получилось как всегда. Так, вот сюда. О, я близко. Ага, близко, только они-то по верху проходят. А это по низу. Блин, вот почему я не хотел мотоцикл.
Не допрыгнул. Давай, сдохни еще здесь. Так, мотоцикл что? Живой? Какой-то, смотрите, неубиваемый мотоцикл. Блин. Такой-то можно смело покупать. Блин. Ну ладно. Теперь мы понимаем, что GPS-у можно доверять. Чё? Всё. Сдох. Я убил мотоцикл. Ладно, давайте телепортируемся. Так, мы вот к нему почти приехали. Осталось всего лишь 100 метров. Так, я неплохо поднял Бигбагу репутацию. Теперь надо его слегка припугнуть. Шантаж, думаю, как раз то, что мне нужно. Я дал, но я могу и отобрать. Заметьте, у них машины все одинаковые. Вас заметил, падла. Все понял. Я не хотел пешком, я хотел на машине. А, на машине я заметный, да, слишком? Он непригибаемый, да? Давай, ты где-то тут. Не вешай трубку. Случай сумасшествия. Чувак, ты кто? Я сам по себе. Есть одно дело, но его Тайрон не потянет. Смешно. Нужен Бэкбак. Услышимся. Что же, что это? Что за хрень? Так. Ну и чё? Кто-то меня пасёт. Все трупы. Вы заберите меня отсюда. Ты больной. Что ты несёшь? Ты глянь на него. Просто смешно. Нет, стой. Нет. Чёрт. Так, ну ладно, они убежали. Чё мне теперь тебя отбить? Позвоните. Давай. Взломали. Ну, что смотри, что вдоль Ирака? Нет, хватит. Забей на Ирака, обо мне думай. Все. Все. Паника. На массовый монитор и выс. Что у тебя? Забей на Ирака. Ирак убьет меня. Да? А что он сделает, когда увидит это? Еще показать? Нет. Удали это, прошу. Но будешь послушным персиком. Удалю. До связи. Давай, песик. Все. Так, он теперь у нас в руках. Давай посмотрим. Ну все. Так, вот эту машинку, что ли? Нет, вот она. Вот он, мой автомобиль. Че вы мне? Исполнители. Ой-ой-ой. Ладно, пойдем отметимся. Он алкаш, что ли? Ага, от него же пасет. Где ты? Скажи, как подобраться к Ираку? К Ираку не подберешься, чел. Забудь. Он не выходит. Попробуй еще разок. Стой. Аукцион. Он будет на аукционе Куина. Что за аукцион? Частный. Ну, не такой, как обычные аукционы, а по приглашениям. Достань приглашение. Я тебе что, джин? Ладно, ясно. Еще позвоню. Давай. На связи. Приглашение, аукцион.
Бедбага и Рака. Да, Бедбаг в деле, ждет. Так, а это что такое-то, я не понял. Показано. Что это за эксклюзивный контракт? И что он мне дает? Не знаю. Он мне не нужен. Осталось достать карточку доступа Ирака. Это единственный вариант. Это радиоидентификатор. Если повезет, сможем клонировать. Похоже, Ирак будет на аукционе. Есть шанс. Аукцион? Ну да. Помнишь, у Ирака был портфель? Еще бы. Ирак им череп пробил. Ну да. Он сказал, что там список гостей. С тебя, тортик. Я отслеживал этот портфель. Сейчас гляну. Вот молодец. Так. Заполучим портфель. Темно. Подберешь мне имя из списка. Одолжил его. Страшно. Сейчас пришлю координаты. Давай. Ну вот теперь-то мы по GPS поедем. Ну отойди, отойди. Я тут нахулиганил уже, все, можно ехать. Дома такие интересные, красивые, все сияют. О, преступление происходит. Город большой, чем больше город, тем больше преступления. Давай, куда? Можно здесь проехать? Можно. Спасибо, что позволили. Вау. Ну, ничего страшного. Мне ваша репутация сейчас не нужна. Пусть я буду маньяком. Безумным маньяком. Так, вниз. Да, заткнись. Так, вот мы здесь. Без шума и пыли. У Дэмиана свои интересы в этом деле. Он что-то задумал. Ладно, пока займемся портфелем. Так, что, проследить надо? Следить портфель с Самсоном, наблюдайте за передачей. Да, да, да. Все, высказался. Так. Давай, кому-то там. Портфель видишь? Да, у чувака. Стоп. Поверить не могу. Что? Парни Куина проворачивают старый как мир трюк. Подменить портфель? Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Ага. Интересно. Блин. Вот ни хрена себе. Так, а если их убивать? Ага, убивать же опять не получается. Ну-ка, давай. Ну давай. Босс попросил меня объяснить, насколько это важно. Это не просто портфель с именами и приглашениями. Эй, друг, это по сути будущее нашего дела. Досье, ошибки, бизнес-планы. Все, что Квин сможет использовать против своих гостей. Ясно? Можно считать, что этот портфель набит золотыми слитками. Так. Блин. Ладно, понятно. Их нельзя убивать. Давай попробуем. Ну как же твою мать-то? Какой-то драгоценный портфель выходит на меня. Уже третья передача. Ненормальный. Босс попросил меня объяснить, насколько это важно. Это
не просто портфель с именами и приглашениями. Это, по сути, будущее нашего дела. Давай, смотрим. Ошибки, бизнес-планы, все, что Квин сможет использовать против своих гостей. Ясно? Можно считать, что этот портфель набит золотыми слитками. Ой, кто-то наверху ходит с деньгами, с большими. Давай. Передача. Собирать модели поездов. У чувака. Стоп. Поверить не могу. Что? Парни Куина проворачивают старый как мир трюк. Подменить портфель? Серьезно? Ностальгируют? Я такого еще не видел. Зачем они это? CTOS не обмануть. Любой, кто взглянет на монитор, заметит подмену. Хотят обмануть систему обнаружения. Так. Интересно. Этот ушел. Вот так. Сейчас еще раз подменит. Давай. Привет от Марч. Да он просто чокнутый. Давай. Блин, вот мотоцикл, мне на нем преследовать его сейчас. Так я понимаю, он по воде, я послушаю. Все, избавился. Это не смешно. Эй, чувак, думаешь, это смешно? Незаметно. Вас заметили. Конечно, меня заметили, нахрен. Ты что-то... На лодке. Лодка идет по реке. Поеду за ними на байке. Похоже, я знаю, куда они. Подожди. Что тут рядом? Думаю, далеко они не уплывут. Скинут портфель и дело с концом. Да. Как? Нет. Тихо, тихо, тихо. Старая Марина. Лаки Куин купил ее в 67-м. Думаю, они туда. Она закрыта для посещений с 80-х. Я еще двоих задавил. Падла, я на вас сейчас всю репутацию потрачу. Тихо, спокойно. По берегу, если мне не получается преследовать. Куда? Сюда. Давай, я вдоль берега поеду. Да как так-то? Ага, смотрите. Для пешеходов. Ну и для меня еще. Вот, блин. Надеюсь, прибыл. Прибыл. Все. Вот он и я. Только насквозь не проплывай, пожалуйста. Ага. Все. И почти. Так, мы здесь уже были, собирали одну вещь.
А, нет, не здесь мы были. Так. Укрылся. А ты меня не видел, якобы, да? Давай. Я даже не знаю, где вы там находитесь. Это, наверное, слишком жестоко, да? Так. Не, а, не здесь. А где вы? С той стороны. Сейчас найдет трупы. Или не найдет уже. Так, исследуем, что мы тут приобрести. Так, все. Марину. А я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Отправляю тебе список гостей. Судя по всему, клуб подстраховался. Охраны будет полно. Хорошо, сейчас найдем тебе вещи. Не из нашей страны, чтобы его не знали в лицо. Ясно. Так, вот. Изобразишь мистера Панга? Это вряд ли. Европейцы есть? Николас Криспин. 32 года. Родом из Америки. Не был тут 12 лет. То, что нужно. Боже. Тут вот его предпочтение. Он извращенец. Богатый извращенец. Его хватится? В каком это смысле? Клара, если я стану Криспином, ему придется исчезнуть. Я должен буду убить его. А? Нет, думаю, нет. Мою сестру похитили, Клара. Ради нее я готов на все. Если для тебя это слишком, откажись. Я не обижусь. Нет, без проблем. Этой твари не хватится. Хороший выбор. Он должен забрать машину из автосалона. Ясно. Там и найду. Без шума и пыли. Ладно. Даже не знаю, где где-то. Давай скинь мне локацию. Не там. Локация. Вот сюда. Алло, это Эйден. Дядя Джекса. Хотел узнать, все ли у вас в порядке. Все хорошо. Расскажите, как там Ники? Она не звонила. Пока разбирается в себе. Боюсь, ей нужно время. Джексон очень по ней скучает. Могла бы ему позвонить? Блин, машины нет. Если ни одной. Не находит, хочет домой. Я понимаю. Все передам. Ну-ка, пошел отсюда. Какие-то проблемы с Джексоном, если он сбежит или еще что, сразу звоните. Уха-ха-ха! Бугагашеньки! Да. Паровая труба чуть не взорвал. Давайте. Кстати, эксклюзивные контракты тоже вроде хорошая вещь. Ну, они мне там бонусы машине дают. Оружие. То, что мне не интересно. Мне любая машина сойдет. Оружие у меня хватает. Бумк. Ну что ж, пока я еду, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не буду вас мурыжить, как некоторые это делают. Только после 10 комментариев. Нет. Не. Блин, хотел задавить. Убежал, падла. Ру-ру. Так что давайте. Не стесняйтесь. Ретро-игры, это хорошо. Это ретро-игра, наверное, ну, считается, наверное, 2014 год. 6, 7, 8, 8 лет назад. Ну, почти 10. Там 2 года. Пока вы подпишетесь, еще год, и того 9. 9 будет, да? На данный момент ей уже 8 лет.
Так что... Оп, стоп! Я здесь был. Машину похищал. По-моему, так. Из салона. А, нет, нет. Я думал салон. Я из салона машину похищал-то. Сел и уехал. Взгляд в бездну. Давайте заглянем. Клара же к такому не привыкла. Не буду осторожен, спугнул. Криспин мой билет на... Подобраться к Ираку, и он исчезнет. И он исчезнет. Ну что ж. А с чего мне должно быть стыдно? С чего мне должно быть стыдно? Тут все на виду. А вот. Лучше бы мне не шуметь. Так, смотрим. Для начала надо развернуть. Блин, не туда. Блин, не так. Ладно. Так, вошли. Мистер Куин хотел, чтобы вы запомнили свой визит в Чикаго. Тихий мотор, да? Тихий. Скорости шик. Так, извращенец же это у нас. О, кстати, смотрите, одежда почти как у меня. Мистер Куин сомневался в цвете. Я что, тоже извращенец, что ли? Ну, ладно. Тоже извращенцем буду. Так, еще себе охрану тональную такую. И красивая машинка, да. Вот эту, ясно? Подготовьте для меня. Конечно. Вау! Вот эта машина. Нет, такую я не угонял, точно помню. Это расписание у него на телефоне. Нельзя его тереть. Слышал я про него. Полный... Так, заблокировали. Зачем было связываться? Ну, новые возможности. Может, лагерь растеряет бизнес. Нет, что у меня тут еще? Не боли, ну ясно. Не могу, да? Все истратено. Ну давай. Ой-ой-ой. Ну. А, устраните. Все. Мне ничего не надо. Устраняем. Так, для этого мне надо что? Вот так вот. Заблокируем. Блин, еще разок, блин, как у меня винтовка-то оказалась? Может, расписание у него на телефоне? Нельзя его терять. Нельзя его терять. Работайте, уберите его. Блин, меня завалили. Ладно. Не беда. Блин, я просто машину эту хочу. Я хочу эту машину. Может, расписание у него на телефоне? Так. Нельзя его тереть. Работайте,
Так, устранить, устранил. Блин. Как мне эту машинку-то забрать? Так, а просто зайти я не могу? Нет, просто зайти не могу. Нельзя его тереть. Работайте, уберите его от меня. Шат. Много, он один. У него нет шансов. Давай еще вот здесь. Нужна помощь. Усёк, нашёл. Так. Мистер Кристен, представьте мимо дороги. Да, ну уж простите. Машину. Своё дело знаю, я о вашем хобби наслышан. Нормально. Стоп, стоп. Пожалуйста, только не в Чикаго. Стоп. Руквину не нужны проблемы. Вот так. Да, сейчас ты меня столкнешь с дороги. Через мягкий знак. Да ранен, сволочь! Куда он делся? Вот он где! Бунк. Давай, куда я могу уехать? Сейчас боку долбану. Ага, два раза. Опа, а я ушел. Шустрая машинка. Красивая. Я все-таки сделал это. Похоже, Криспин собирался забрать что-то под названием Poppy Special в клубе Infinite 92. Infinite 92. Давай. И такого нет. Но есть упоминание на форуме. Ах, похоже, так называемый мужской клуб. Ого. Поппи Спешл, женщина. Да, в досье Куина про это есть. Вряд ли Поппи пережила бы их встречу. Здорово. Что это за аукцион? Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас в клуб. Давай. Приглашение Криспина там. Проберитесь в VIP-команду. Так, пробираемся. О, так я еще и правильно ехал, оказывается. Ну-ка, с дороги. Тут осталось-то немножко проехать. Опа. Вот здесь. Поехали. Чё мы будем? Тёмные переулки бояться. Ну-ка. А вот здесь можно пройти? Ради интереса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, готов к параду уродов, костюм уже есть. Не высовываться и помалкивать. А, вот сюда надо. Скажи, пси, меня будут пасти. Нахожу приглашение и валю. Так. Поппи Спешл. Хорошо, мистер Криспин. Фирменное блюдо специально для вас. Сдайте оружие. Че, у меня ты знаешь, сколько всего много? Так-то, по идее, мистер должно Кристин, быть. Прошу сюда. А где ваша охрана, сэр? Не угнались. Давайте. Следовать. Вау. Новые образцы. Думаешь, это он? Ага, это Криспин. Извращенец хрена. Я даже что-то каннибализм не слышал. Не просто слушай, ему найти. Вы мне... Сейчас устроим. Мистер Куин хотел, чтобы вам было комфортно. Все знают, что я извращенец, да, значит? От его имени. Прошу. Наслаждайтесь. Ну а так. Особый подарок.
Ну? И кто ты? Это ты мой особый подарок. Как тебя зовут? Поппи? Я знаю про тебя и про девушек. Ага. Ну, вроде... Нет, я не... Так. Ладно. Ухожу. Не попало, не попало. Мистер Криспин, все ли вам по нраву? Еще раз влезешь, тебе конец. Я тебя не трону. Иди за мной. Я помогу. Нет. Меня найдут. Не найдут. Вы чудовище. Вы не Криспин. Так ведь? Меня зовут Крис. Так. Ниже мы не увидим, да? Ну, личико прекрасное. Нравится. И посмотрим. Так, что это? Ему не плевать только на себя. Такой подлиз. У меня новые образцы, новейший состав. Такого улета мир еще не знает. Давай. Так, что мы тут? Деньги видим. Вот это, по-моему. Блин, опять деньги. Так. Вот так. Вообще-то я хотел тайны открыть для себя. А, он опять заклинил, заглючил, падла. Ну? Пушку. Приезжайте к нам еще. Ну, я буду гораздо раньше, чем ты думаешь. Так. О, моя машина. Нужно вытащить оттуда Поппи. Позвони в Infinite, притворись помощницей Криспина. Скажи, что я прошу привезти Поппи на аукцион. Ага, ладно. Хорошо. Сделаю. Может, Криспин и умрет, но хоть девушку спасем. Хоть что-то. Не уверен, что будет настолько просто, но попробуем. Взгляд в бездну 2. Так. Задание выполнено. Ну, давай. Маршрут прокладывай. Новый. Где ты? Вот он ты. Вот он ты. Поехали. Поехали. Стой, стой. Ну что ж, мы видим. Эти извращуга был. Так что ж, девушка готова была сдохнуть, либо убить, лишь бы не попадаться ему. Я не жалею, что я его убил. Ну, я и так-то не ненавижу извращенцев, которые мучают смысл издеваться. Это же больные ублюдки. Итак. Блин, надо было по воде. Нет, я машину такую не хочу бросить. Я хочу на ней прокатиться. Ну что ж. На этом, я думаю, все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Увидимся на следующей миссии. Пока.